Привет из Украины, с вами я Елена и мой хитрючкин двор. Я вчера зарезала петухов юрзовского голосиста, сделала фото и для отчета для моих друзей и товарищей показываю вам видео. Вот такие мои юрлаки, пацаны, красавцы. Вот таких петушки я зарубала 4 штучки. Все. Из первой линии уже у меня их ничего не осталось. То на племя осталось 3 штуки. А вторая линия у меня петухи. Вторая линия петухов. Тоже отсортируем, какие будут у нас красавцы голосить. И по экстерьеру, и по голосу. Вот. И там тоже будет отсортировка. Вот такие мои петушки. Сейчас мы что сделаем? Значит, одного петушка отдам маме, одного петушка отдам дочке и 2 петушка мне. Мы с сыном будем, ну сын у меня курятина не дуже, а я бульончики буду попивать. Так, вот такие дела. Хочу вам сказать, что петухи, вот как хорошая индюшечка была, когда держала индюков простых. Вот как хорошая индюшечка. 4 килограмма, 3 800 сушечки вот такие. Да, вот те, что посередине у них поменьше, а те, что по краям. Значит, який у меня был, вот у меня был крайний 400. Там вот такие длинные 400, то есть 4. А это, по-моему, 3 800, 4 600. Тут, что десь 3 800, 3 600, десь вот такие были. Хорошие вот эти красавцы, желтенькие, отличные. Ух, избитые они такие. Хорошие на откорме постояли, сильные морозы вдарили. Я думаю, нема смысла уже их мучить. Ой, так что, вот такая вкуснятина у нас. Все, всем пока. Если кто захочет держать юрловских голосистых, можете заказать у меня инкубационное яйцо. Цыплят я продавать не буду. Буду для себя оставлять, так как буду хотеть и мясо на той год зимой тоже опять кушать. А все цыпы остаются у меня в хозяйстве. Если заинтересует вас инкубационное яйцо, значит, пожалуйста, обращайтесь. Мои объявления можно найти на ОЛХ. Украина. Меня зовут Хитрук Елена. Всего доброго, до свидания.